Просто, Натя, туалет, блин. Красавица Даша, блин. Не, ну а как без него-то? Ну, Арханг тебе спасибо скажет. Итак, друзья, сегодня мы с Друмитян пойдем делать домик. Даже, Друмитян? Угу, пошли. Или домик пойдет делать вас. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Что дверь-то? Оставьте ее в покое. Чё тебе она так, блин, понравилась? О, картошка. Картошка. О, смотри, кто там. Что тебе надо? А, да в рот, да почему он меня поджёг-то? О, еда. Еда. В рот еда. Вон там крипер, еще зомби идет. В рот еда? В рот там еду мне чехпы, блин. Чехпых, видать тебе. Да, ой, помидор. А-а-а! Чехпых. Еее! Мало, тыщ. Все, я его убил. Так, а ты где вообще? А, вон ты где. Ну, мама, ты как настоящий рыцарь защищал даму. Да? Классно. Ачивмент локет, как рыцарь создал это самое. Лыцарь. Ой! Да. В реале-то так это. Не пошикуешь. О, смотри. О. Это крипер был крипер босс, мы бы его просто так не это самое. На ком гости сходить? А как он различается? А над ним, короче, появляется фиолетовая такая. Да. Какая хрень фиолетовая. Слушай, ну раз так началось тут все сразу, то, наверное, давай и это. Тут построимся. Как тебе такой вариант? Прям здесь? Прям вот здесь, вот прям вот. На берегу моря, да? Да, да, вот это будет наш домик снежный. Снежный домик, маленький, уютненький, снежный домик. Надо дерево больше. Нужно больше дерева, да. А... Ага. Если я срубить это. О, корова! Вот, сейчас еще коров геноцид будет. Нормально. Так. Только она в пещере пошла гулять. С чего начинается ваше утро? С геноцида коров. Все, это хозяйничает тут, а я пошел. Ну ладно. В шахту, которой еще нету. Здесь. Так вот здесь вот что-то, ну. О, класс. Придется прорубить. О, ты там все с этими жителями, да? Наркоманил. Там один остался. Ты прикинь, я что тут нашел? Какая-то типа. Ого. Ого. Клевое объяснение. Какая-то типа ого. Ого. Прости, пойду. Ну окей. Короче, я так четко здесь прорубил, что в итоге нашел пещеру. Так я тебе говорю, вот здесь вот пещера начинается. Где? Вот. Ну, тут-то прям конкретно пещера. А, вот. Пещера тут... начинается. Так, а тут нет, тут что-то уже совсем другое. Ты аккуратнее ноги, не сломай свои прелестные. Ну я просто думаю, лед разбить, а он не разбился. Ты думаешь, ты настолько тяжелая, я же говорил, что ты худенькая, не надо комплексовать так сильно. Ну ладно. Так, нам нужен факел. У меня два. Да, о, дай один. Или два. Один. Блин, ни угля, ни хрена нету тут. Зараза. А ты чего хотел? Уголь и херню всякую? Которую я нашел свинок. Где она была? Что? Свинья? Да, чикен, мертвая курица. В инвентаре. Заценил. Вообще жесть, просто невероятная. Мертвая, прикинь, мертвая курица. Как же дальше жить-то в таком мире-то несправедливо. Как обычно, как курицы живут. Блин, я уже 10 угля даже больше нашла. Да ты чё, ну ты красавица. Не то, что я, блин, сейчас полдня в шахте провозился, вообще ничего не нарыл. 18 угля хватит, да, пока? Ну, хватит, конечно. Конечно, лучше бы нам шерсти, чтобы кровати сделать. А так, да, хватит. Друмитян, здравствуйте. Сколько там шерсти надо, чтобы надо кровать? Три? Три, ну. Не, четыре. Ништяк. А чё ты нам в гости тупо прибежишь? Да. Славно. Друмитян готов две чашки с чаем. Нам в гости. Да, чай, давай. Печенек там, тортики. Так, ещё... Тортики по левиной части. Ну, к сожалению.
Нет, у меня тортик. Тортик? Вообще без тортика. Все, не придут и угостят. Без тортика. Кобзон Иосиф, не дать нам больше гостей в наших краях. Потому что мы не санкционировали тортики. Несанкционированный тортик. Как тебе? Давайте еды хоть какой-нибудь. У нас вообще ничего нет, мы с голодного края. Абсолютно. Да, нафиг вы тут такие нужны. Ну вот как-то вот. Вот как-то так вот, вот как-то так. Ну вот я и говорю, как так такие нужны. Так, теперь мне надо. Так. Дорогая, кинь мне самый, что он называется-то. А не надо. Где вы там живете? Мы живем недалеко от воды, вот если. Вот идти вдоль воды. Хорошо, объясни. Иди на Луну. Иди на Луну. Ну, хотя бы туда скажи от каменной планеты. А если знаешь, где находится дом Арханга, то это недалеко от дома Арханга у воды. Да. Да. А почему на Луну? Зомби! Ну, не знаю, там Луна. Чисто. Луна с другой стороны. Ой-ой-ой, уже зомби полезли. Зараза! А я тут красотулю пытаюсь навести, ё-моё. Красота требует жертв. Домометян, только не умирай. Я не хочу, чтобы этой жертвой стала ты. Да я тут защищаю. Нифига ты. Только осталось от вас найти. Не, ну я, конечно, все понимаю. Обычно этим должен заниматься мужчина, да? А тут что-то как наоборот. Ну, это все потому, что ты строишь обычно балконы, а не дома. Ну да. Снег. Снег. Все, можешь сюда спускаться. Эй, на рынок, где вы тут? Я дом Арханга, вижу, башню вижу. А, ну, ну вот, сейчас мы вот выбежим. Сейчас. Я голодный. Мне на одну тычечку. Так, здоровье. Дом Арханга хоть. На вот эту хрень себе. А, крипер. Хрень, ну давай мне эту хрень. Сейчас под взрывом, может, услышим. Так, ну, внизу чё, там. Что-то АМО. Да. Ага. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ладно, на первое время покатит. За горой, что ли, у Арханга? А, сейчас, подожди, бегу. Бегу, сейчас я тебе скажу, где мы. А, я примерно вижу, там какая-то фигня сделана. Егерь такой выбегает из леса. О, хипкарь, лапкарь. Ё-моё, всё, Кобзон, вышел я. Всё, вижу. Видишь меня? Отлично. Теперь иди за мной. Видишь мой дух в лесу? Беги за мной. Я вижу, тут зомби в броне. Вот убивай его нафиг, он меня пытался убить. Это скелет брони. Это было покушение на убийство. Покушение на мою жизнь. Или ненормально. А ты как считаешь? Мрррррр. Блин, он пластинка какая-нибудь, блин. Ооо. Слушай, этот Дурмитян, походу, сейчас в вервульфа собирается перевод. А чё за молния? Ну, погода нехорошая. Ну-ка не врать мне тут. Она просто замерла и смотрит в небо, на луну. И при этом еще вспышки света такие, знаешь, типа лунная призма, дай мне силу. Здрасте вам. Да где тут? Кто? Куда? А, здорово! Фига! Из тебя получился неплохой ёж. На. Есть маленько. Еп. Есть что-нибудь покушать? Нет, сам голод. Кстати, это один хлеб, все, больше. Ты такой голодный, ты. Ну я отходила. Покушать пришел. А мне казалось, ты такая, знаешь, начала в волка превращаться, еще молния так сверкнула. А видишь там типа факел? А, ну. Вот там еще один данж. Да ты че? Фига тут мельницы. Ходят вот тут всякие, кстати, вокруг моего дома. А че не на планете живешь? Жди гостей! Не, мне тут интереснее. Около воды, чтобы помпу поставить. Мне вода будет нужна. Чтобы водород сделать. Источник воды можно и наверху сделать. Ну, там... Не, там трубы придется далеко вести. Это что, там выкачает все быстро. Фау-фау! А, то есть, если даже бесконечный источник воды сделать, он исчезнет? Да. Ясно. Так, ой. Ну, приплыл. Как всегда, нелепо. Больше лодок ему не давать. А, на, водки ему не давать больше. Лёва, на, еще. Чё где? Тебе комплект. О, на макушку просто вот на. Итак, я комиссар. О, нормально, все. С миру по нитке. На лапу дал. О, все. Инспектор Козлов. Ну-ка.
Один розовенький, другой синенький. Что у вас тут такое? Это ветряная мельница. Просто ветряная мельница? Ну-ка, а экскурсия будет по всему этому добру? Да ну, там почти. Мало чего. Я там еще мало чего поставил, да. Вниз просто спускаешься, у меня тут холодильник, да и пара этих механизмов. Ты сделал из старых, страшных, древних катакомб. Ну, кстати, надо посмотреть, из чего холодильник делается. Интересно. Да? Нифига себе. Дело а там внизу верстак. Нефть. Верстак наверху. Инфусер. Инфусер какой-то. Грузер. Это металлургический вливатель, это дробилка. Сейчас я еще себе сепаратор скрафтил, чтобы реактивный ранец заряжать. Вот штаны магические лежат. Какие ерундовины ты тут наделал. А это холодильник, да? Да, там холодильник. Куча магических штанов. Еще акваланг есть. Так, а что там вниз, типа спуск? Ну, я его забаррикадировал. А, который совсем вниз спуск, там это... нефть там. Я качать потом буду. А, из льда и железа? А как лед добывать? А я навыбивал. Пока возможность была с духов. Это у тебя акваланка сейчас это, будет? Это Райнис будет реактивный, вот так вот. А, лед из компрессора делается, ясно. Бега, это ты уже ранец сделал, получается? Снег, да, снег, только снег. Его еще зарядить надо. А сейчас я помпу докрафчу. Буду заряжать. Ужас сойти, а? Вот у меня еще ботинки, видишь, на мне какие? Сзади. А, ну это из... Ну, с помощью них с любой высоты падать можно, и это... Не надо подниматься на блок. О, хвостенько. Ой, я сюда на хулиганил поставил. Ясненько, вот мы, значит, видели только что дом Сэнкула. Как он тут живет. А ты, кстати, видел вот эту самую офигенную шапку? Так, ты где у нас? Какую шапку? Где шапку? А какую шапку? А чё вообще? А ты снаружи? Я вижу. Вот одну. Я про него говорю. А, я тут думал. А, он, прикинь, он за мной идет. Ну, он вообще извращение. Ой, это не выход. Это не выход. Это обход. Где у вас выход? Это не наши методы. Смотри, как шикарная. Ничего себе ты с вертолетом. Тут, к сожалению, и сказочки конец. А кто да. Лёва, тот мертвец, блин. Ты его убиваешь, да, там? Электричество. Давай я тебе помогу. Все, два удара было. У меня одно сердечко осталось, Вай. Ты чё, тебя убили? Всё, нет. Да. Нет? Мы с тобой выжили. По красоте просто! Вообще, затанчили просто. Ты чё, дома, да? Ха, какая у тебя шапка. Сказал человек подарок. Ну да. Понятно. Сейчас прищем, да, смотри. Смотри, да. Ооо! Рождественский, слушай. Да. Хочешь меня открыть, да? Это как-то непристойно звучит. А кто будет в подвале вас жить? Лёва. Я буду. Лёва будет в подвале жить? Да. Я буду там работать. Он дикий буйный, да? Everyday, every time. О, овца. Аф. 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 Овца. Аф, аф. О. Буква Аф. Валите ее. Вали ее. С руки ее? Да, с руки вали. Можно зайти в гости к Архангу. Я там повыпадывала. Я все снимаю. Ты смотри мне. Ой, блин, Крипер, иди нафиг. Ты мне сейчас сломаешь тут все просто вот. Крипер, все. Молодец. Давай я болею за тебя. Крипер, крипер. Крипер. Даже приду, помогу тебе сейчас. Надо сделать электрический забор, блин, вокруг дома, чтобы всякие такие. Ой. Чтобы всякие Лёвы не ходили там. Еще один приперся, ну зомби, иди нафиг. Че, мы спать сегодня будем? О, он что нашел? Спать? Пришли. О, вот я что выдумал, спать целый. Ну так стоп спаун, типа, все такое. Да и день. Ну давай, давай, так давай сейчас. Если ой, селяю, то я нафиг рядом. Жить. Нафиг жить, да. Зачем жить, зачем страдать? Ведь все пути ведут поспать. О, откуда взялся? Сверху. Понятно. Ты забрался в мои доски, значит. Сейчас я под тебе подкопаю, вот под тобой прям. Опасный. О!
Ты стал свидетелем, как я нашел еще один уран. Ха-ха-ха-ха. Моя шахта приносит прибыль. Так сделай ядерную бомбу. А, это он свалился. Да. А это вот уже не свалился, это я уже точно в кирку кому-то заехал. А, ёп! Иди сюда, я тебя сейчас парту выпишу, долбаный тетка, так дерьма, ты ублюдок, слышишь меня, иди сюда, давай, давай, я тебя столкну прямо вниз, давай, иди, иди сюда, давай, ублюдок, я тебя трахну. Ты хочешь меня трахнуть или нет, это я тебя трахну, иди сюда, куда ты уходишь, уходи, говно собачье, ублюдок, сука. Ясно. Иди сюда, мать твою, вот на, держите. Чё с ним стало? Эй! Эй, он его мозг вырубился. Он лопнул и отравил меня. А что с ним? Он какой-то ненормальный. Ты что, когда ненормальный-то? Иди сюда, я тебе кирку в голову, на. Так, и снова домик на дереве, да? Да. Балкон. Хочешь, я тебя в снежок ком, короче, вот так, опа. Опа, опа, опа. Танцуй, танцуй, давай. Пока молодая девочка Рая. О, у тебя тут стекло жарилось. Да. Готово? Найс, готово, да. Так, выдаю стекло, кому стекло, где ты есть, подходите, разбирайте. Сейчас посажу. Посажу. Итак, я слышу лаву, возможно, здесь будет даже алмазик. Хрен тебе. Ну и ладно. Йо-хо-хо. Наивный. Алмазик. Злые вы, уйду я от вас. Ну и вали. На-на-на-на. О, да. Еще дерево давай. Рубись. Извращенец. А вы чего думали? И деревья рублю, а вы что подумали? Да ничего мы не подумали. Просто извращенец и все тут. Да. Это вы извращенец. Я дерево рублю. Ну почему бы просто не взять и не обозвать тебя извращенцем? Да. Как бы нет. Как бы нет. О, теперь два мирных жителя. Есть. Я теперь буду знать, где ходить обменить. Блин, как же тут бурликает, а? Потому что у тебя живот бурликает. Бурлик? Да. Да как курлык. Живот у него. Курлык, блин. Бурлик, вот что такое здесь, да, интересно. Елориторе. Ой. Ё-моё. Так это ни хрена! Не нефть, самое, я нефть не нашел, наоборот, я нифига не лава, хотя может это и лава, просто она рядом. Но тут течение прям. Ну-ка. Так нефть как вода, а лава, ты слышно, что лава? Уголь надо бы. Так сходи, наруби. Пошла рубить. Так, ща мы, короче, разберемся с этим плацем. С этим лавой? Ой-ой-ой. Пойду-ка я прогуляюсь. А как нефть собирать? Ой, блин, все, я весь по самому не балую в нефти. На, черный как нигер. Как нигер! Я нашел нефть! Я богат! Моя шахта! Кажется, у нас появился негр. У нас есть один, так. Зачем нам два? Не, на моя. У меня просто шляпка с кроликом. Типа стреляет. Ходи. А как эту нефть собирать? Просто ведрами, что ли? Ведрами, либо подводишь к ним специальные трубы. О май гад. Я не ожидал, что все будет настолько хорошо. Нахрен ты мне нужна? Я даже не знаю, зачем ты нужна мне.